Хочу представить раннеспелый гибрид от агрофирмы «Семена Алтая» «Стерлить». Я высадила два куста. Ведут они чуть-чуть себя по-разному. Но созревание довольно дружное. Плоды большие, крупные. Сорт действительно очень раннеспелый. Начинает созревать на 92-94 день. Ну, гибрид урожайный. Вот посмотрите, сколько здесь томатов. Вот такая кисть висит. И на верхушечке. Растение довольно высокое. У меня оно получилось больше 1 метра. Кисти наполненные. В них по 4-5 плодов. Растение детерминантное. Довольно мощное. Было написано, что оно компактное, но не могу я так заявить, что оно компактное. Листья все топорщатся в сторону. И если его не посынковать и не формировать, он займет очень много места и будет сильно облиственным. Листья вот такие крупные. Я формировала растение до первой цветочной кисти. Убирала абсолютно все пасынки, а дальше пустила растение в 3 ствола. Ну и вот такие помидорки получились. Они очень плотные. Вот такая у них длина, сантиметров, наверное, 10. Они очень плотные. Прекрасно будут смотреться в консервировании. Также их можно сушить, делать вяленые томатики. Можно нарезать колечками для консервирования. Они будут сохранять хорошо форму. Ну и, конечно, такие плоды очень долго хранятся. В них много сухих веществ. Томаты не осыпаются. Место крепления очень аккуратное. И они легко снимаются с плодоножки. Вот так все легко делается. Очень легко снимаются с плодоножки. Вот такое маленькое место крепления. Он, конечно, еще не созрел. Томаты очень и очень плотные. Я, конечно, один все равно разрежу. Просто хочется посмотреть, есть ли в таком томате пустоты. Какое интересное название «Стерлить». Конечно, дано томату за длинный вид. Вот такие они рыбки. Стерлить. Написано, что они еще и вкусные. Их можно использовать в салатах. Но они очень твердые. Там много сухих веществ, и томаты такие лежат обычно 1,5-2 месяца. Посмотрим, сколько будет храниться стерлить. Вес указан 100-150 граммов. Ну, сейчас посмотрим, сколько мои рыбки весят. 109 граммов. 97 граммов. Ну и, как вы видите, они практически все одинаковые. Томаты, которые не в полной спелости, могут иметь зеленые пятна. Вызревает томат неравномерно. Есть вот такие томатики. Это вершинка плода зелененькая. Начинают спеть от плодоножки. И потом постепенно становятся красными. Но вот так меняется цвет томата. Сначала он бледно-зеленый. Потом добавляются желтые полосы, зеленые, буреет, краснеет. И вот затесалась такая маленькая килечка. Никак не стерлить. И они становятся ярко-ярко красными. Ну, а вот так томат выглядит на разрезе. Очень красиво. Просто малюсенькое место крепления плодоножки. 2 семенные камеры. Семян немного. Очень плотная стенка, буквально, наверное, 6-7 миллиметров плотная. И вы знаете, томат уже почти созрел, но, конечно, не до конца, но у него уже хороший вкус. Я, кстати, очень даже удивлена. Обычно такие томаты не отличаются хорошим вкусом, но стерлить действительно достойный, и его можно использовать даже в салаты. Ну, а в заготовках, конечно, он будет незаменим. Кстати, пустот у томата нет. Это здорово. И также производитель заявил, что этот сорт гибридный обладает высокой устойчивостью к пятнистости, фузариозному и
вертицеллиозному увяданию. Неплохая защита. Но, как вы видели, у нас сегодня 5 августа, а растение абсолютно здорово. Очень жаль, что с этого томата нельзя брать семена, так как это гибрид. Придется ежегодно покупать новые. На этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Пока-пока.